так, женщина, успокойтесь, у вас там бомж на улице. Не, сейчас и пич-пакет дорогой, знаешь, 500 тенге бич-чали. Ну что, если даже купить, заварить ему вместе, тоже каждый раз по 500 тенге, но ни хера себе. Да, он то метод, но тем не менее. Сейчас ни один не даст ничего, по-моему, не будет так. Ну, это ему надо идти. Такие мечеть, церковь, там по-моему. А у простых людей сейчас своих проблем. До хрена и больше. И как вот так и кредиты у всех. И коммуналка, и ипотеки, блядь, знаете же, блядь? Учеба, блядь, одежда. Сейчас все бешеные денег стоит, никто кормить никого не будет. Регулярно. Четко так получилось, слышно. Пошли, надо вернуть ту стрижку, которая помнишь назад была. Да, да, да. Хотя летом жарко уже. Она, конечно, кайфовая тебе была, но в нашу жару, я так понимаю, в этом году, блядь, будет плюс 80. Потому что еще апрель, а уже дышать, блядь, будет.